Итак, ну что, найдем, значит, машину. Нужно сесть в тачку. Садимся. О, я за рулю. Крутяк. Пересядь, я поведу. Ну ладно, давай. Ладно. Отдаю руль профи. Давай, я посижу, почилю чуть-чуть. Мало ли еще, какие-то непонятки сейчас начнутся. Я ж вожу не очень, права купил. Ну чё, погнали. Ну, скажи, крутой малыш. Ну да. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала. Твою мать! Послушай меня! Я не понял, ты че мне мозг бьешь? Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Так, она, блядь, собирается скачать, хотя у меня есть свое задание. Да что с тобой? Так, нет, сначала задание, как и договаривались. Значит так, сначала закончим сделку с шестой улицей, потом поговорим про Нэша. Когда потом? Когда он узнает, что мы устроили в Рокки Ридже? Сегодня у нас есть шанс застать его врасплох. Ебанулась? Ты хочешь напасть на их базу сейчас, с товаром, который мы только что отбили? Товару ничего не будет. А нам, блядь? Ви, я должна это сделать. Понимаешь? Да нихуя мы не договаривались так, блядь. Нет, мы так не договаривались. Ты шутишь? Скажи, что шутишь. Я не буду рисковать всем, чтобы ты кому-то отомстила. Ты не понимаешь. Это не просто... Нет, панам. Нэш тебя кинул, это я понимаю. Не пытайся теперь кинуть меня. Во-во-во, ебать. Скидываем товар шестой улицы, потом перехватываем Хельмана. Такой был уговор. Такой был уговор. Злиться. Ты на меня злишься? Молчит. Значит, злится. Баба, привет, баба. Товар у меня. Обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Не разговариваешь со мной. Я понял. Блять, ну и напарник мне такой как бы не нужен. Так, почисти мне чуть-чуть мозг, ебать на машину. Будешь строить себе обиженку? Заткнись. А то что, не будешь со мной разговаривать? Я могла ему отомстить. Блять, он был там, мы могли это сделать. Еще будет время. Сейчас у нас есть дела поважнее. Возьми себя в руки или говори, что выходишь из игры. Давай. Я обещала, что помогу. Значит, помогу. Просто дай мне минуту, не дергай меня, окей? Так, можно пропустить поездку. Пропускаем, значит. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, ох, надеюсь, что нет. Пластилиновые машины, блядь. Так, а где она? Куда она делась? Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Работаем вместе. Ха,
Это ты меняешь напарников как перчатки. Держите, товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Что-то... Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Блин. Это все? Бестия? По нам. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы. Я вернула тачку и товар. Шестая улица довольна. Минус две проблемы, сука. Похоже, ты получишь таки свой процент. Мне заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за заботу. Что ж, до скорого, Панам. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. Хочешь сказать, она раньше была доброй и ласковой? Ха, да хер с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Так, ну чё? Двигаем дальше. Пошли. О, начинаются задушевные истории, походу. Ну, пошли, пообщаемся. Выпьем. А что это вообще за место? О, бар на втором этаже? Ну да. Очень странно. Ну да ладно. Это, наверное, чтобы если кого-то выкидывать из бара... Красиво было, пока долетишь со второго этажа. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два броза, пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груз-то? А ты не видел? Валопиридол. Лекарства для киберпсихов. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. Блять, нихуя себе ебать. Ну давай выпьем. Еще одно можно? Ебать. Не, я все, я хорош. Я уже и так поплыл. Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Ты свою работу сделал. Теперь моя очередь. Надо подумать, что делать с этим твоим Ави. Слушай, насчет Нэша. Не будем об этом. Ну ладно. Он же рано или поздно узнает, что было в руки Риджи. Ты теперь обо мне беспокоишься? Или боишься, что стилеты приедут, когда мы будем сбивать Ави? Я переживаю за тебя. Это ты зря. Я более-менее догадываюсь, что ты будешь делать. Ты все равно поедешь к Нэшу. Это уже не твоя проблема, Ви. Я справлюсь. Всегда справлялась. Да серьезно. Я помогу. Так, какой у нас план насчет Хельмана? Понять бы, как я буду одной рукой сбивать это Ави, а другой укладывать охрану. В любом случае, чтобы все удалось, нам лучше поменьше светиться. Встретимся тут около полуночи. Идет? Ага, до скорого. Ну, а мне нужна комната. На одну ночь. Так, все что ли? Так, так, так. Встретиться с панам. Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. С каким народом ездишь, Дакота? Была с Альде Кайто, но больше не езжу. Я Ви, ездил с кланом Бакеров. Ездил, значит. А теперь? А теперь нет. Понимаю. Будем на связи, Ви. Так, тут новый рипер есть. А чё тут? Чё тут можно посмотреть? Ну, идем. Навстречу. Что там в большом мире? Он меня убьёт. Блядь, ты чё, я просто спрыгнул, блядь. Бай, они побежали по втапкам. Ладно. Так, дождаться панам. Полуночи, значит, ждем. Прямо вот так вот на канистре и ждем. Все, че, погнали? Тебе помочь?
Нет, я уже заканчиваю. После стилетов за руль страшно садиться. Как они, блядь, ездили? Рулем, блядь. Ты готов? Так. Всегда готов. Да, сейчас, секундочку, я только тут пошарюсь. Может, что интересное есть. Так. Нет, здесь ничего нету. Так. Опа-на, шкафчик. Потертый жилет с капюшоном. Ладно, все. Можно ехать. Ну? Ты придумала что-нибудь? Насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. И чё? Угу. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Чё, блядь? Электростанция? Погоди. Ты хочешь использовать Эми? В яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберемся в коллектор и возьмем управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации... И система коммуникации. Все нахрен вырубится. У них не будет шансов. Ну, блин. Давай. Ну, ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. Это что такое? Инструкция какая-то. Ладно. Так, садимся. Я не водитель. Блин, тут даже написано не садиться, а забраться в тачку. Она настолько здоровая, серьезная. А станция чья? Государство или корпоратов? А не пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Хотя нет, погоди. Бестия, Нэш, стилеты... Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Ну да. Уж это точно. Такая же, как я, выебываешься. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. Вот я, например, вез однажды настоящую игуану. Серьезно? Живую? Ага, прикинь. Кто-то дал ей снотворное и упаковал в ящик. Не знаю зачем, но мне с этой работы нормально перепало. А что у тебя? Твое слово. Замдиректора по финансам Кавказа. Воу. Ну тогда ничья. В багажнике. Мертвого. О, вот и выиграла. Кавказа, ебать. Это же Раша. Сейчас приедем к дамбе и там остановимся ненадолго. Что такое? А что ты хочешь увидеть? Ты ебать, навстречку выехала. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. И? Подключайся. Куда? Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностика. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. И чё? У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок, я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну и? Ну что, была не была? Давай. Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел.
Ага, и еще разок. Длинные очереди. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Ну да, вообще шикардос, ебать. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Если что, я гоняюсь за Хельманом не для того, чтобы подложить свинью Арасаки. Это вопрос жизни и смерти. Моей жизни. Если что, ты за ним гоняешься из-за Арасаки и их грёбаной железки. Какая разница, какие у тебя мотивы? Цель оправдывает средства. И твоя цель — выжить. Ну, с другой стороны, да. Мне надо просто выжить. Ну, блин, я же убиваю и нападаю не потому, что я такой плохой, считаю корпоратов ублюдками. Просто потому, что мне надо выжить. Всё в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Антенны идут по всей магистрали. И если мы запустим цепную реакцию в коллекторе, то каждая из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха в паутину. Надо только ёбнуть импульсом в нужный момент. Пошли ёбнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь системы, а я сделаю обвод для детонатора. Так, и что мне выбрать? Давайте вторую. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов, поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только... Да знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет нападать. Понял. Ну, значит, ждем. Ждем, дождались. Отлично. Поехали. Отлично. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Я думал, вы уже проворачивали что-то такое в клане. Нет. Однажды мы отбивали нашего у конвоя. Но это ни в какое сравнение не идет. Тут риск гораздо больше. Ты скучаешь? В смысле? По риску? Да не по риску, по клану, по семье. Я то же самое могу спросить. Тебе хорошо без семьи? Нет, эту страницу я перелистнул. Вообще, я стараюсь не жалеть о прошлом. Пустая трата времени. Хорошо бы и мне так научиться. Но пока не выходит. Значит, скучает. Эх ты, панам. Блин, ну город, конечно, шикарный, прям шикарный. И машины очень интересно исчезают, когда к ним подъезжаешь поближе. Так, перемотать, пропустить поездку, все, ебать, пропускаем. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Что такое? Окей, я готов. А чё мне хуярить-то? Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Это все? Да, но тупить некогда. А кто тупил-то? Я супер быстро это сделал все. Ух ты, блядь. Найди панель Ви. Я подключу детонатор, давай. Так, панель. Применить. Перегрузить.
Ох, ебать. Так, перегрузить. Ебать, да меня самого колбасит, блядь, по жесткому. Так, следующая панель, вот она. Терпим, дышим. Черт, банан, по-моему, мы переборщили. Жить будешь. Все, поехали, блядь. Где ты? Рыж, успели, ебать. Мигает, как ёбаная новогодняя ёлка. Да хотела на максимум, вот тебе максимум. Зашибись! Съёбываем, пока нас тоже не поджарило. Блин, интересно, охрана, никого здесь нету. Кроме, блядь, тех трех дронов. С чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загара достал. Я серьёзно. В следующий раз Ебать. Джонни! Что за хуйня? Твою о, блядь. Мать. Что такое? Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. На какую? Должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял. Так, скала. Мы, надеюсь, со скалы не будем стрелять, потому что снайперки у меня нет. А, все, приехали. На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. Так, и чё? А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу, ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Mm-hmm. Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? У нас только один шанс по нам. Главное его не просрать. Не ссы. Я все довожу до конца. Всегда. Да, блядь. Знаем. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Подъебал. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Так, а с какой стороны они вообще должны лететь? Справа или слева? По-моему, слева. Ну, в город типа двигаются. Ага. Вот оно, лети с Пасифики. Так, приготовься. Еще секунду. Еще. А вон давай. Он. Так, нажал. Блять, Ви! Проснись! Черт, что такое? Происходит? Что такое? Попали. Все, заебись, ебать. Да он далеко летел. Банан, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Банан, ты что вытворяешь? Что такое? Что такое? Ох, нихуя себе, ебать. Высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Давай, быстрее, блядь, топи. Нормально. После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты зачок их? Прием. Ага. Ави без маркировки, теряет высоту. Это Митя, Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может, батареи сами заработают. Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без меня. Это Кантау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпорат. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дрон. Да, приготовься. Блять! Мы что, сейчас против своих типа сейчас будем биться? Мы должны добраться до скорости.
скорпиона с Питчем. Так, минус один. Заело, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот. Они у нас на хвосте, пана. Знаю. Гребаные защелки не открываются. Еще чуть-чуть. Блядь! Ебать, нихуя себе, ебать. Блядь. Ничего со мной не будет. Вот так, нормально. Еще часик протяну. Часика хватит. Так, минус. Минус. Так, отключаемся. Ну, блин, а что делать? Добраться до Ави. Может, так быстрее упадет? Нет, а так она не падает. Отдалить, приблизить... Упал! За этим всё. Холмом! Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Панам, все нормально? Долбанный рикошет! Ты как, жива? А то, живее всех живых. Давай, там симуляторов еби! Ага. Алло, Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, чтобы тут ебануться. Что-то ну, случилось! Чё? Ты слышал выстрелы? Да. И с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Аби. Скорпиона нет. И Митча. Так, ну чё, выходим. Во, въеби, ебать. Раз восстановись. Раз. Да на мой, блядь. Ай, хуй с ним. Блядь, нахуя? У меня их, блядь, миллион штук. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. Так, к какому дрону-то? Погнали. Подключишься к визору? Угу. Ви... Если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Знаю. Подключился. Беру управление. Так, и чё? А, это дрончик. Мы управляем дроном, короче. Так, просканировать территорию в поисках Альдекальду. Ага. Ебать, тут уже роботы ходят, блядь. О, нет. Блин. Это твой клан? Альдекальда. Да. Митч, он жив! Их взяли в плен! Так, это свой типа чувак, я понял. А где еще один? Боевые Нежить. Дроны. Это твой клан? Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Так, а как... вот. Ви, а если... Спокойно. Мы пока гранатами ничего не знаем. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Так, я чё-то нихуя не пойму, а почему, блядь, не сканирует? Так, ладно, отключаемся. Чё-то какая-то хрень, может баг какой-то? Если бы не эти помехи, я бы их предупредила. Это все из-за меня. Да. На кой хер они поехали за эти мави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще живы. Они живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Блядь, тебя уже разнесли. Что ты мне втираешь? Это царапина. Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет, ты ждешь в машине. С такой раной только мешать будешь. Что за хуйню ты несешь? Там мои друзья. Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией.
Тогда ты прикатишь и мне поможешь. Идет? Да, так точно. У меня есть винтовка Митча. Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел. Так, и теперь, получается, мы будем пиздиться с дронами. Так, надеюсь, у нас это получится. Так, 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 а где хоть... Ух ты, блядь. Локализую подозреваемого. Приказываю. Так. Локализую подозреваемого. Отметить. Ага. Так, ладно. Так, и тут еще летающая хуйня, блядь. Так, давайте запрос сделаем, посмотрим, сколько... Че, он один, что ли, блядь? Да нахуй. Не верю. А нет, вон, еще один. Блядь, а че за хуйня? А как мне, блядь, теперь играть-то? Так, ладно, берем. Одеваем на пистолетик глушачок. Глушачок. И будем пробовать валить дронов. Так, ладно. Так, что делать, что делать? Поближе подойдем. Так, интересно, в голову у них... Ой-ой-ой. Блять, ладно. Так, похуй, снимаем, ебать. Снимаем эту хуетень. Так, а это что такое? Это снайперская винтовка? Нет, нам это не интересно. У нас есть пистолетик. Который критует охуенно. Но, да. Да, да. С людьми справляться легче. Так, тихо. Стоп. Остановись. Вот это вот критулька хорошая. Еще. Ух ты, блядь! А ты, блядь, кто? Ой-ой-ой, это слишком слабый дрон был, да? Ты ж все умер? Да, заебись, блядь. Ага, один. Так, хилимся, живем. Ух, чё за хуйня, блядь? А, ух ты, тихо. Это вот эти пушки, что ли? А, нет. Да, блядь. Чё за, я не пойму, блядь, пиздец. Так, минус. А, типа я в эту зону не могу зайти, блядь, я понял. Так. Уничтожить турель. А где она? Так, это что? Ну, это у нас... Блять. Или тут мины просто? Кто, блять, по мне стреляет? Я чё-то, блядь, не вдупляю. Да, блядь!
Так, ладно. Отключи. Блять. Как это отключить, блять? Что за хуйня, блять? Как выйти отсюда, блять? Чё за... Я, блядь, ясно. Короче, блядь, игра забаговала, блядь, и у меня этот режим сканирования повис, и все, пиздец, и не отвисал, ебать. И меня, короче, так расстреляли. Блядь, и теперь опять все заново. Ладненько. Ну, так. Так, обезвредить солдат. Для начала запустим сеть. Посмотрим, что они, с кем они. Так, вот они. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все, меня не видно. Может... Тихо. Так, а я могу его бесшумно завалить? Нихуя, блядь. Ебать, еще и турель хуярит сверху, блядь. Так, минус. Так, мне так патронов не хватит, блядь. Так. Так, ладненько, будем с этой пушки стрелять, потому что патронов так точно не хватит. Ой, как хорошо. Еще разочек. Еще разочек. Ебать, прям в лоб, блядь. Так, блядь, а как мне тут турель ебливо убить-то? Так, три. О, еще один хер, блядь. Так, все, минус. Так, уничтожить турель, блядь. А как я уничтожу-то, блядь? Что, блядь? Так, сканируем. Что я могу сделать? Нихуя не могу сделать, блядь. А если просто подбежать? Так, что это? Хуйтенько. Так, блядь. Так, я что-то вообще нихуя не пойму, блядь. Как их, блядь, уничтожить? Хули ты там орёшь, блядь? Как турель уничтожить-то, блядь? Я, блядь, вообще нихуя не понимаю, что с этой игрой не так, блядь. А, вот,
Наконец-то, ебать. Все. Все чисто. Еду к тебе. Только, блядь, как вот это отключить теперь? Так, ладно, сделаем сохранение и загрузим. Короче, это очередной баг. О, тут, блядь, ништячки валяются. Это хорошо, ништячки мне нравятся. Так, а это кто? Капельная кофеварка. А что, блядь? Да подожди ты, сейчас я тут все облазю, обыщу. Потому что второго шанса не будет. Так, это я не могу поднять. Ну и хер с ним, все равно белая херня какая-то. Так, это забираем. Ой, это у нас ништяки, лечилки, так, и вот он, один летающий дрон. Так, это кто у нас? Это кровь. Так, а у тебя где тут ништяки? Как тебя подобрать-то? Как тебе исследовать? Так, все, я забрал что-то. Не знаю что, но что-то забрал. Так, еще один крестик зеленый. Вот он. Что тут у тебя? Какая-то тоже херня валяется. И у тебя. Так, у тебя не берется. Забираем. Это кто у нас? Типа, это кровь данные. Блять. Ничего не пишет. Так, вот он еще синий есть. Так, деталька и. Пистончик. Деталька. Отлично. Все, все вроде облутали. Че, пошли? Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие быстро! Спокойно! Мы можем сделать так, что никто не пострадает. Мы вызвали подкрепление! Пиздец! У тебя последний шанс уйти живым. Серьезно, давай договоримся. С чего мне вам верить? По нам! Стреляй! Заткнись! Чувак, на тебя всем насрать. Ты тут ни при чем. Отпусти его и скажи мне, где ваш пассажир. Я не знаю, куда его забрали. Ни хрена! Врешь, сука! Ты не знаешь или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь. Я позвоню своим и все узнаю. Банан! Но только если... Помнишь, что... Заткнись, сука! Блядь! Банан! Ох ты, блядь! Же мать! Хера себе. Ебать, четко. Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы так. Не успели отойти по нам. Они сразу Ладно. Перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Мич? Мич? Он жив? По нам, прости меня. Я не успел. Нет. Нет. Ты уверен? Нет, он... Дерьмовая история. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были... Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Так, давайте сядем. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. По нам, смотри. Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмана. Ты обещала мне помочь. Это еще в силе? Я всегда держу слово. Заебись, ебать. Я найду этих тварей. Обещаю.
Езжайте, я позову наших. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Давай так. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. По нам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Так, а, блядь, я могу тебе высвести счет. Надо валить, пока так, сюда слушай, не прислали спасателей. Насчет твоего клана, твоих друзей, я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантао. Мы отправим их на тот свет. Всех до единого. Вообще, мне казалось, после той отвратной истории с Нэшем ты... Ви, слушай, я ничего не забыл и не забуду. Я до сих пор считаю, что ты вел себя по-мудацки. Ты же знаешь, я... Но тем не менее, Мич жив. Благодаря тебе. Этого я тоже не забуду. Никогда. Тем более, я обещала, что ты получишь своего Хельмана, так что... Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там на... Поехали по ним. Так, ну я хочу встать, блядь, с корточек. Ой, блядь, заебись, ебать, а то... Очень долго я на картах сидел. Коленочки затекли. Так. Просканировать следы, значит, да? Так. Так, здесь ничего нам не надо. Здесь ничего нам не интересно. И вот эта вот штука какая-то светится одна, да? Или она под землей, что ли? Расконтал штурмовик. Нет. Ладно, это чел. Так. Ну чё, идем по следам, значит. За врагами отомстять дальше.